когда двое ничего не говорят, и все понятно без слов. Конечно, знаю, это пантомима. Марат, какая пантомима? Это называется любовь. Хорошо, давай просто посмотрим на танец Татьяны и Вилли и решим, что это, пантомима или любовь. Давай, Татьяна Навка и Вилли Хаапасала. Мы подготовили номер, к которому были причастны очень много людей. Начиная с Вилли Хаапасалы и заканчивая... Вот эти два человека просто гении, это ей вообще им нужно дать Оскара. Да. Спасибо. Вот, дали, это дали. Игорь, дали, да? И их зовут Игорь Аршуляк и Александр Жулин. Игорь Аршуляк, Александр Жулин. Если, а Вилли, если Вилли, нам не поставят нам 6-0, мы обидимся. Мы выдумывался не очень, ну, скажем так, не с первого раза. Он был одним, потом стал другим, потом что-то не понравилось, мы там поменяли, там это все. Это... Но мне кажется, что это будет что-то новое. Я точно выйду в абсолютно новом для вас образе. Вы меня еще такой никогда не видели, дорогие мои любимые телезрители. Это точно. И номер добрый. Мне очень нравится, он такой добрый, такой с душой. И мне кажется, что всем деткам он должен тоже понравиться. Потому что он очень-очень-очень добрый. И родители, зовите всех своих детей к телевизору, и они сейчас увидят мини-сказку. Да? Ну да. Можно сказать. На льду Татьяна Навка и Вилли Хаапасала! Думаю, что многие уже успели оценить высокое техническое мастерство Татьяны и Вилли. En nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser, sont restés sourds à tout, mais n'ont rien changé.
бы сказал, что этот танец продолжает лучшие традиции отечественной школы танцев на льду. Не просто набор каких-то элементов, а настоящий мини-спектакль. И, по-моему, даже слеза покатилась по щеке Александра Жулина. Очень интересно танец выстроен. Очень интересная драматургия. Законченный танец. Действительно невозможно оставаться равнодушным, глядя на выступление Татьяны и Вилли. И, конечно, отмечу, высочайшая скорость была продемонстрирована фигуристами. Это особо ценно и очень важно. Итак, Татьяна Навка, Вилиха, по слову оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Общая сумма 11,96 балла. Ну, я напачкали шарики. Вопрос к вам. Что вы скажете об этой ледовой пантомиме? Вы знаете, я думаю, что вот этот проект и эти люди, которые на этом проекте, именно творцы, они способствуют тому, что у нас возникает новый вид искусства. Он у нас, может быть, был где-то 20 лет тому назад. Вот эти показательные номера, их можно... Это в соревнованиях, это давно забытое, в общем, дело. Потому что в соревнованиях главное соревнование. И что ты будешь катать потом на показательных выступлениях, мало кого волнует. Ну так, обычно это время... неудачная, я считаю. А вот здесь раскрывается полностью талант и постановщика, и исполнителей. И я считаю, что это несправедливо поставить сегодня им 5-9. Я говорю об этом первый раз. Считаю несправедливо. Быть может. Но поскольку камень мой огород, мне очень понравился этот номер. Я просто, для меня номер Алисы Гребенщиковой, Алексея Тихонова, да, и Александра Дьяченко, и Маргариты Дробецкого, мне просто понравился чуточку больше. А если мы будем все номера выравнивать, да, просто они все очень хорошие, но что-то всегда лучше, что-то всегда хуже. Я не считаю, что 5-9 это низкая оценка. Поэтому... Татьяна Анатольевна, мне кажется, вы сейчас просто придираетесь к малым народам. Знаю. Вы придираетесь к малым народам. Вот мое отношение к этому и моя оценка. В конце концов, каждый судья имеет свое мнение, Валдис, но у меня такое пожелание к вам, может быть, хватит тащиться в конце. Это мое мнение, Валдис. Не отставайте от всех. Будьте впереди, наоборот. Танюха, ты сильная, не обращай на это внимания. Да? Мне это главное. Вообще, я хочу сказать, действительно потрясающе, ребят, спасибо большое. И настолько вот это перевоплощение из трагического в комического, в комическое, и так Вилли, так. Но, понимаете, в конце аж Шарль Азнавур по-русски запел, в шоке. Он был в шоке тоже, как и я. И он сразу, вечная любовь. Хотя поет он немножко хуже, чем Валдис говорит по-французски. Ну, в смысле, по-русски. Браво, ребята! Браво, Жулин! 5-9. Чудовищная несправедливость. Вы расстроились? Да что вы, как мы можем расстроиться после таких слов? А потом я думаю, что Валдис, наверное, уже сам пожалел, что нам поставил 5-9. Все равно спасибо всем огромное. И мы этот номер действительно очень давно готовили. Очень много... о нем думали, мы знали, что будет такая тема французская.
Я считаю, что неважно, какие оценки, и неважно вообще, главное, что мы сделали то, что мы что было задумано. И вообще, я возьму на себя такую нескромность, но я хочу сказать, что за эту идею мне кажется, можно даже присуждать Оскар. Вот за саму идею, вот за то, как мы перевоплощались из... Вот, ну, можно это Саше и Игорю. Вот. Спасибо им огромное. Во всяком случае, наша команда Жулина им присудила свой Оскар. Спасибо. Таня, когда ты в прошлом году танцевала с Маратом, вы практически избегали поддержек. В этот раз все иначе. В чем причина? Соперники душат спину или ты, Вилли, больше уверена? Такой каверзный вопрос. На самом деле, я была уверена и в Марате, и в Вилли. Сейчас уверена также. И, во-первых, нам, конечно, не остается ни секунды покоя, вот, потому что все остальные очень хорошо катаются, и уровень этого проекта намного выше прошлого, а с Маратом просто очень многие ребята не делали того, что делают сейчас. Я думаю, что если бы мы стали с Маратом сейчас, я думаю, что, может быть, и показали другие поддержки. В любом случае, Вилли молодец, он делает очень сложные поддержки, очень сложные элементы, очень сложные шаги, и... У нас еще сколько, я надеюсь, месяца два, мы будем усовершенствоваться, чтобы были все 6-0.